Всем добрый еще раз. Зовут меня Нечаев Денис. Наша задача с вами поговорить сегодня про замечательную программу от компании Adobe, которая называется Animate. И что эта программа умеет делать в плане анимации, в плане создания баннеров. Animate – это продолжение программы, которая очень долгое время властвовала в интернете в плане программы для создания разнообразной интерактивной графики. Называлась программа Flash. Но со временем некоторые вещи в Flash потихонечку устарели, и в свое время эта программа перевелась в другую программу, которая сейчас называется Adobe Animate. По факту это один к одному флеш. Если даже откроете там скриншотики интерфейса флешовые и сравните с анимейтом сегодняшним, видите, что практически никаких отличий, ну, кроме как некоторых таких декоративностей, ничего не произошло. Но самое главное отличие анимейта от флеша – анимейт умеет сохранять свои проекты не только в формате классическом флешовом, но и в формате 5 HTML. Что на самом деле очень прикольно, вы можете создавать анимацию в анимейте, которая будет сразу внедряться в вашу страничку HTML и не требует никаких дополнительных модулей и плагинов для ее просмотра. Давайте обо всем поподробнее. По факту можно назвать эту программу как программу для создания любой интерактивной анимации. Если вам нужно будет создать некий анимационный проект, который будет у вас еще и к тому же интерактивный, для этого анимейт подходит совершенно замечательно. Один из самых больших плюсов этой программы в том, что можно сохранять итоговую анимацию по совершенно разнообразной платформе, включая разнообразные мобильные устройства. В принципе, создавая в Animate какой-либо проект, получаете возможность сохранить итоговую анимацию под любые задачи, под любую платформу, под любые устройства, без каких-либо хитрых телодвижений. Все фактически будет получаться автоматом. Это один из самых больших плюсов этой программы. Ну и плюс, один из основных плюсов еще этой программы в том, что вам не приходится отдельно рисовать графику и отдельно писать всякие разные управляющие шрифты, которые будут эту графику управлять. У вас будет единая среда, в которой вы и рисуете, и программируете, и создаете там какие-то интересные эффекты. Это, на самом деле, очень прикольно. То есть, по факту, человек, который умеет работать с Photoshop, умеет работать с иллюстратором, замечательно пересаживается на Animate, и, изучив несколько дополнительных команд и действий, сразу может на основе своих проектов, которые создает Photoshop или иллюстратор, создавать крайне прикольную анимацию, как просто ролики анимационные для каких-то видеопроектов, так и разные интерактивные ролики для того же самого интернета, те же самые баннеры, замечательно будут на самом создаваться. Что вообще делать можно будет в Animate? Ну, конечно, классическая анимация, включая те же самые мультфильмы, Animate, ну и в прошлом Flash, одна из самых популярных программ для создания подобных проектов. Есть очень много проектов известных, анимационных, которые создавались во Flash. Ну, например, один из моих самых любимых мультфильмов, Самурай Джек, весь отрисован как раз во Flash, достаточно сложная анимация, очень большой по времени проект, и все достаточно прикольно и интересно получилось. Помимо того, что можете анимировать объекты в Animate, вы еще можете задавать им всякие разные способы интерактивного управления. Клавиатура, мышь. Если это будут какие-то мобильные устройства, разнообразные действия, связанные с тачскрином, без проблем можно будет тоже в Animate реализовать. Ну и как уже говорил, все это можно будет сходить потом под любой абсолютно формат, включая родной флешовый формат, если вдруг потребуется какая-то сложная игрушка для социальных сетей, которую по-прежнему, наверное, будет удобнее создавать в классическом флешовом формате, кончая всякими разными баннерами интересно. Плюс очень удобно готовить в Animate разнообразные иллюстрации под более сложные проекты, которые собирают в том же самом дизайне. Если нужно будет сделать какую-то книжку интерактивного дизайна и добавить какую-то анимашку интересную, перекинуть ее из Animate в InDesign, можно там будет буквально там щелчком мышки. То есть между собой адобовские проекты, даже включая какую-то сложную анимацию, очень неплохо дружат, тоже один из таких важных плюсов этой программы. То есть по факту можно будет сказать, что Animate в настоящее время это одна из самых удобных и доступных программ для создания интерактивной экранной анимации. Под любые задачи, если вам нужно будет заставить любые объекты, изображения, текста объекта, видео объекты, даже трехмерный объект в отдельных ситуациях, двигаться каким-то образом по экрану, и если вы хотите этим движением еще дополнительно управлять, Animate для этого подойдет совершенно замечательно. Вы можете создавать ваши проекты в Animate в разных форматах, первый из которых это родная флешовая анимация. Старые добрые ролики SVF, которые очень долгое время были единственным стандартным создания интерактивной анимации в интернете. Но один из самых больших минусов такого формата, что просмотреть его, вам потребуется дополнительный плагин под браузер, который называется FlashPlayer, без которого очень важно, без которого посмотреть какую-то красивую анимацию вам не получится. И это на самом деле не очень хорошо. Требовать от пользователя в наше время, чтобы он еще ставил себе под браузер дополнительный софт для просмотра анимации, это, конечно, прямой путь для того, чтобы терять клиентов
который не будет просто загружать какой-то дополнительный софт себе на компьютер для просмотра вашей анимации. Тем не менее, флеш по-прежнему в отдельных ситуациях можно встретить в интернете, так или иначе. Есть по-прежнему достаточно большое количество сайтов, которые сделаны по этой технологии флешовой. Некоторые игрушки в социальных сетях по-прежнему используют флешовый формат для работы. Ну, если покопаться в интернете, то можно будет найти всякие разные интересности, например, типа вот такого сайта. Ну, там сообщение мигнуло, что типа флешпресс запускается. Вот такая красота, исключительно флешовая технология, плюс один дополнительный модуль создания трехмерностей. Все красиво, замечательно, симпатично, все интерактивно, крутится, вертится, просматривается. Ну и, конечно, один из самых больших плюсов флешовых, вот чего действительно иногда не хватает в современной анимации HTML, то, что вот все, что вы видите, это фактически один файл. То есть некий контейнер, в котором находятся все объекты и вся анимация, и это на самом деле очень прикольно. Как видите, все достаточно интерактивно, можно на досуге по этому адресу забраться, посмотреть. Крайне прикольная анимация, у нас сами сделаны. Но несмотря на какие-то плюсы, все-таки, в основном, когда разговор идет про классическую баннерную анимацию, не очень хорошо, когда требуют ставить какой-то софт дополнительно на компьютер. Поэтому если вдруг все-таки хочется сделать что-то такое красивое, трехмерное, с помощью современных средств 5 HTML, то есть замечательный модуль под 5 HTML, под JavaScript, который называется WebGL, который, в принципе, также смело можно будет использовать создание разнообразных красивостей трехмерных в интернете, но только уже с использованием современных технологий, современных средств, с помощью программирования того же самого JavaScript, тоже все получается достаточно достойно. Ну, напрямую мы с вами в этой теме не будем затрагивать именно вот WebGL технологию, но если на досуге там копаясь в интернете, тоже много еще интересного можно будет найти по этому поводу. Ну, например, можно будет найти что-то типа вот такого. Один из примеров использования WebGL. Гугловская такая игрушка, достаточно залипательная, когда там по Google мапам нужно катать шарик, типа такого пазла. Вот это все исключительно WebGL, как вы видите, настоящая трехмерность. Немножко, конечно, стилизованная, но все очень красиво и интерактивно. И все проигрывается, в отличие от того же самого классического флешового формата, исключительно средствами 5 HTML. Это на самом деле очень прикольно. Аниме тоже умеет делать подобный проект. То есть есть у него один тип документ, который позволяет создавать интересные WebGL-ные проекты. Но это тема отдельного разговора, мы с вами не будем его затрагивать. Да, то есть можно будет средствами касаемо видео, можно будет вставлять в 5 HTML видеоролик без всяких проблем, стандартными средствами. Покажу поближе к концу, как это можно будет сделать, без каких-либо сложностей. Ну и, конечно, 5 HTML, один из самых популярных в настоящее время тип документов, который нам с вами позволяет в случае необходимости любую анимацию, которую мы с вами делаем в флеше, сразу превращать уже в обычную HTML-ную страничку, плюс JavaScript-овый код, плюс отдельно папочка картинка, если какие-то вдруг на сайте будут использоваться. И уже это все можно будет напрямую внедрять в HTML-код вашей страницы рабочей, и все замечательно будет непосредственно работать. Один из самых больших плюсов от всего, что мы сейчас с вами сказали, относительно общей работы в Animate. Особых различий при создании анимации будет создавать в анимацию классическую в формате флеша, будет создавать в анимацию в формате 5 HTML, у вас не будет никаких отличий. То есть, если, например, у меня будет сделан какой-то несложный объект, я его могу сделать в формате 5 HTML. Ну, например, какой-то прямоугольник у меня будет по экрану двигаться. Стоит в первом кадре здесь, там через 40 кадров, он у меня перемещается и становится на другую часть моего экрана. И если я все это просматриваю, запускаю на просмотр, у меня запускается браузер, HTML-ная страничка, я вижу уже на страничке браузера, как все это у меня будет происходить. Документ сделан в формате 5 HTML. Если вдруг я решу все-таки это сделать рано или поздно в классическом флешовом формате, все, что мне требуется сделать, это мою анимацию спокойно скопировать, создать новый документ, но уже в формате классическом флешовом. И, соответственно, в этот новый документ мою скопированную анимацию я вставляю. И все то же самое будет происходить
То же самое принцип создания анимации, все так же будет двигаться, но это уже будет на самом двигаться в рамках нашего SNF файла. Анимация создалась в классическом флешовом варианте. То есть для пользователя, по большому счету, не будет очень больших отличий, когда разговор идет именно про создание анимации, в чем это будет все делать, под какой формат. И всегда можно будет в случае необходимости просто анимацию копировать документ в документ, сделанный в разных форматах, как видите, все достаточно удобно, хорошо на самом плане будет получаться. Какие средства нам с вами предлагает Animate для того, чтобы мы с вами могли создавать наши красивые анимашки? По факту есть несколько основных способов, с помощью которых вы можете анимировать ваши объекты в Animate. Их, условно говоря, можно будет разделить на два больших таких раздела. Первый из которых так называемая ключевая анимация, когда вы разнообразными средствами будете определять движение, изменение свойств вашего объекта по так называемым ключам. В разные моменты времени будет менять ваши свойства, и сам аниме будет запоминать эти ваши изменения. И анимация программная, когда вы будете прописывать разнообразные математические формулы, которые будут заставлять ваш объект каким-то образом меняться исключительно с помощью управляющих программных команд. Программная анимация тоже предмет отдельно разбирать, там уже от вас потребует определенных знаний, ну, в частности, знания того же JavaScript, если планируете создавать ваши объекты под 5 HTML или знание языка программирования родного анимации, который ActionScript, если вы планируете создавать ваши проекты под классический вариант флеша. Но вот наша анимация ключевая, которая позволяет нам с вами просто в ручном режиме создавать наши двигающиеся объекты. Это очень простой, очень действенный способ, который позволит нам любые задачи, связанные с движением изображений, текста, там, видеороликов, легко и просто решать. Первый вариант нашей анимации – это так называемая покадровая анимация, в которой вы в каждом кадре просто рисуете все, что хотите увидеть. Вот наши замечательные кадры. Как и в Photoshop, как и в Illustrator, можно будет просто разбивать по слоям ваш проект для удобства работы. Ну и, соответственно, в каждом кадре у вас будет что-то свое непосредственно написано, нарисовано. Ну, в результате, когда все это будете проигрывать, у вас будет какая-то такая вот анимация мигающая происходить. То есть, грубо говоря, загрузили несколько картинок, поставили разные кадры, нажали на кнопку запуска, у вас получается анимашка, в которой картинки меняются с определенной частотой. Так как у нас с вами анимает программа, которая занимается именно вопросами, связанными с анимацией, у него есть очень важная настройка, определяющая частоту смены ваших кадров. Параметр так и называется классическим образом FPS, frames per second, количество кадров в секунду. Вот сейчас каждая картинка мигает один раз за одну секунду. Можно будет поставить там более частое изменение ваших изображений, там 3 кадра в секунду. Изображение будет на самом деле меняться раз быстрее. Или наоборот, можно будет поставить пол кадра в секунду. То есть один кадр будет меняться за 2 секунды. Все это будет на самом помедленнее уже непосредственно происходить. То все очень удобно, контроль за скоростью, все замечательно мигает. Останется только добавить кнопочку, которая будет на самом по щелчку перебраться куда-то на страницу, на самом нужно. У нас такой же простенький баннер будет непосредственно получаться. Но покадровая анимация – самый простой способ создания таких проектов в Animate. Как видите, все-таки у него какие-то есть ограничения, связанные с той же самой плавностью смены нашего с вами изображения. Хотя, конечно, в отдельных проектах и это все на самом полностью с вами будет устраивать. Ну а так, конечно, классический вариант анимации, который вы наиболее часто будете в будущем использовать в своей работе, так называемый расчетный вариант анимации. Когда, определяя стартовое и конечное положение ваших объектов, вы будете заставлять анимейт просчитывать предыдущее состояние самостоятельно. Первый из таких вариантов анимации – расчетная анимация формы, с помощью которой можно будет делать анимацию, но ее часто называют анимацию перетекания или анимацию блендинга, когда форма объекта плавненько переходит в другое состояние. Есть две такие формы симпатичные, можно их будет в случае необходимости даже как-то раскрасить более интересные цвета. Это мой стартовый объект, и он находится у меня в первом кадре. Это будет мой конечный объект, и он будет находиться у меня там где-то в 50-м кадре. Могу поставить эти объекты в начальном, конечно, кадре куда угодно. Цветочек здесь у меня будет стоять, бабочка здесь у меня будет стоять. Можно будет в случае необходимости их как-то более красиво окрасить. Мы с вами фактически задали начальное и конечное состояние
нашей анимации первый кадр и последний кадр. И все, что мне останется делать, сказать, а давай-ка ты все остальное прочитай сам, как наши объекты будут меняться, вот эти вот наши 49 кадров. Есть специальная команда, которая запускает наш Shape Twin, просчет формы. Ну и в итоге будет получаться такая забавная анимашка, когда форма одного объекта будет на своем плане переходить в форму другого объекта. Что-то такое достаточно симпатично будет на своем выходить. Ну а сейчас для примера, для быстроты, все это показываю в формате классического варианта анимации SVF-ной, флешовой. И здесь все то же самое будет на своем получаться и в формате 5 HTML без каких-либо исключений проблем. Очень красивый вариант анимации, с помощью которого действительно много забавных вещей можно делать. Ну, конечно, проблема этого варианта анимации, он в основном такой у нас с вами автоматический. И иногда бывает сложновато понять, как сам анимейт все это просчитывает, особенно когда форма вашего объекта сложная. Но с другой стороны, это наоборот, иногда даже бывает прикольно, когда вы хотите заставить большое количество объектов двигаться по экрану, как раз Shape анимация позволит нам сделать без всех проблем сложность. Ну, например, можно такую будет забавную анимашку сделать достаточно легко и просто. У меня будет в первом кадре нарисован один объект, какая-то такая вот замечательная оранжевая точка. Сделаю свою расчетную анимацию формы, где там в 25-м кадре у меня будет по периметру моего документа нарисовано много-много-много моих оранжевых точек. Чуть меньшего размера. Ну и разные цвета. Красные точки. Зеленые точки. Если делать каким-то другим вариантом расчетной анимации, о котором мы с вами чуть позже говорим, то, конечно, заставить большое количество объектов двигаться нужным самим образом будет тяжеловато другим способом. А здесь, так как анимейту будет совершенно все равно, сколько у вас объектов в кадре, самое главное, чтобы у вас все было правильно нарисовано. У вас такая вот забавная анимашка того же самого салюта будет получаться. Вот так вот все замечательно будет у вас разлетаться. В дальнейшем уже вашу анимацию можно будет в случае необходимости правильно образом скопировать. Ее можно будет перетащить внутрь другого объекта, чтобы мы с вами могли уже ее правильным образом по экрану проскопировать. Можно будет новый объект создать. Можно будет внутрь вашего нового объекта эту анимацию вставить. Ну и в дальнейшем уже можно будет этот объект нам с вами на экран вытаскивать и любое количество копий этого объекта сделать. Ну а плюс еще, пользуясь стандартными возможностями анимейта, когда для каждого объекта можно будет в случае необходимости сделать запуск анимации не с первого, а с какого-то произвольного кадра, то можно еще будет добавить некоторый разнобой, чтобы каждый из ваших скопированных объектов начал бы движение там с кадра произвольного. И на основе вашего стартового варианта анимации у вас же будет получаться в итоге достаточно симпатичный вариант анимации с каким-то таким вот разнобоем. Shape анимация. То всякие такие вот абстрактные красивости, когда разговор идет про большое количество объектов, Shape анимация делает совершенно замечательно, но если вы попробуете с помощью нее заставить двигаться более конкретный объект, ну, например, у меня будет какая-то там мордашка нарисована несложная, один глаз, второй глаз, и мышка, а, и будет еще улыбочка такая. Захочу с помощью Shape анимации сделать там несложную анимацию, типа изначально мой объект стоит здесь, а там на 30-м кадре он у меня уедет сюда, повернется и там чуть-чуть как-то изменится. То есть даже такая вот простая анимация, связанная с перемещением объекта, будет давать такие странные эффекты. То есть там корёж немножко будет забавный. То есть что-то такое несложное в плане изменения формы или нечто абстрактное, когда у вас происходит автоматическое перетекание формы вашего объекта из одного состояния в другое, Shape анимация с ним справляется совершенно замечательно, но когда нужно будет просто заставить ваш объект двигаться по экрану, даже вроде такое вот несложное движение все равно приводит к тому, что
чуть-чуть он пересчитывает все это по своим каким-то ведомым алгоритмам, и все так чуть-чуть немножко неправильно с вами меняется. Поэтому, конечно, в дальнейшем в основном вы будете использовать для того, чтобы заставить ваши объекты более правильно двигаться по экрану, это разнообразные способы расчетной анимации, которые отвечают за трансформацию вашего объекта. Есть два таких варианта анимации, но они, в принципе, друг на друга очень сильно похожи. Я хочу заставить свой объект просто двигаться по экрану. Есть у меня такая вот замечательная картинка. Она у меня, хочу, чтобы появилась на экране, потом, соответственно, уехал за пределы экрана, вместо нее какой-нибудь там текст появился, такой простенький баннер, несложный. Я могу пытаться сделать с помощью там покадровой анимации, например, заставить там в каждом кадре сдвигаться мою картинку на какое-то определенное расстояние, но это будет очень муторно и тяжело. Поэтому в нашем распоряжении есть вариант анимации, который называется классическая расчетная анимация. Один из вариантов, который как раз отвечает за трансформационную анимацию, движение, вращение, масштабирование и прочие свойства нашего объекта. В первом кадре объект стоит здесь. До 10-го кадра он будет стоять здесь. На там, кадре 35-м он у меня возьмет и умчится за пределы экрана. Что-то такое будет получаться. Постоял немножко и улетел. Ну, только можно будет чуть побыстрее поставить его движение. То есть, как видите, действия достаточно простые, которые мы с вами совершаем с нашими объектами. Плюс, помимо того, что я получаю возможность двигать, вращать, масштабировать свой объект во время движения, я еще приобретаю дополнительные свойства. Хочу, например, что в первом кадре моей картинки не было видно. Я свой объект выделяю в первом кадре. У меня сразу автоматом появляются дополнительные свойства типа того же самого альфа, прозрачности. В первом кадре моя картинка не видна. В десятом появляется, потом улетает. Плюс наш расчетный анимация нам с вами предлагает еще кучу дополнительных плюшек приятных. Ну, например, я могу управлять ускорением, замедлением движения моего объекта. Могу сказать, что вот на этом этапе, когда ты улетаешь, давай ты будешь у меня ускоряться или замедляться. Есть разнообразные варианты, которые позволяют нам в случае необходимости делать и ускорение, и замедление движения нашего объекта. Чтобы, например, к концу движения он у меня очень сильно ускорился. Ну, и что-то такое будет получаться. Хоп, и уехал. Ну а когда он уедет, будет появляться вместо него текст. То есть можно будет просто на заднем плане разместить обычный текстовый блок. И у нас такой простенький баннер получается. Добавить кнопки, соответственно, уже все это можно будет красиво выкладывать. То есть, по сути дела, как вы видите, действия крайне простые. Щелчок мыши, который нам с вами позволяет задать нужный вариант анимации, определить, в какие моменты времени, как наша картинка будет меняться, и, соответственно, наша анимашка уже будет замечательно выходить. Если вдруг у вас будет более сложный вариант движения, то можно будет заставлять наши объекты в случае необходимости двигаться по траектории, по пути. Есть у меня такой замечательный объект, такая гоночная машина простенькая. Я также могу сделать для нее классическую анимацию. Я также могу заставить двигаться мою машину те же самые 80 кадров, но я могу еще дополнительно сказать, что не хочу двигать я машину руками, давай я тебе траекторию нарисую. Можно будет в наших таких вот вариантах анимации расчетных добавлять путь, по которому наш объект будет непосредственно двигаться. Этот путь можно будет нарисовать пером или карандашом, некая траектория, по которой ваш объект будет по экрану передвигаться. Ну и все, что нужно будет на самом деле сказать, что в первом кадре наша машинка находится в начале траектории, в последнем кадре наша машинка находится в конце траектории, а все остальное за нас рассчитает сам анимейт. Ваш объект будет двигаться по траектории, и все отлично будет получаться. Сама траектория не будет на самом деле видна. По умолчанию вот этот вот наш слой, на котором наша траектория нарисована, она у нас не будет никак отображаться. Но понятно, что можно будет в случае необходимости наш слой с траектории просто скопировать, чтобы уже она у нас с вами явным образом была бы как слой видна. Можно будет этому нашему слою сделать и нужную толщину в случае необходимости и добавить там какой-нибудь модный пунктирчик. Ну и уже тогда наша машина совершенно замечательно по этому пунктиру будет двигаться. Какая-то такая траектория на самом деле замечательно получается.
То есть тоже достаточно простые действия. Нарисовали линию, поставили нашу линию в начало в конец, все у нас отлично получается. Вариант анимации, который вы делаете с вашим объектом, вы можете легко копировать с объекта на объект. Если нужно будет сделать в случае необходимости движение нескольких объектов совершенно одинаковое, то это можно будет легко сделать, не создавая анимацию для разных объектов по-новому. Три объекта, хочу, чтобы они вылетали на экран совершенно одинаковым образом. По факту я могу сделать анимацию для одного объекта. Для этого можно будет воспользоваться вторым вариантом анимации, который отвечает за трансформацию, называется она Motion Twin, расчет анимации движения. Анимация будет у меня длиться те же самые, ну, пускай там 40 кадров. В первом кадре мой объект находится за пределами экрана, он будет маленький. В последнем кадре он у меня будет находиться на экране, и у меня будет большой. Ну и останется лишь придать некоторое такое извилистое движение, чтобы он такой простенько волной у нас с вами на экране появлялся. И, естественно, можно будет в случае необходимости эту волну сделать чуть-чуть поплавнее. Хоть такое движение будет на сайте получаться. Я могу это движение легко сохранить. Есть специально для нашего варианта движения Motion Twin специальная библиотека движений, которая называется Motion Presets, шаблоны движения. Могу на основе своего сделанного шаблона анимацию сохранить. И все, что мне останется сделать после этого, повыделять свои другие объекты и эту анимацию к моим объектам применить. И анимацию к моим объектам применить. И мои объекты точно таким же образом будут по экрану двигаться. Ну, только нужно будет на сами наши объекты немножко подвинуть, чтобы они чуть-чуть сдвинулись со своих положений. Сейчас немножко их сдвину на их стартовое положение. За пределы экрана здесь, вылетят за пределы экрана здесь. Чуть-чуть. Все замечательно, параллельно с вами переносится, все применяется. Можно будет также в случае необходимости заставить, чтобы наши объекты с некоторым смещением начинали двигаться, чтобы не одновременно. Ну и в итоге будет выходить один объект, второй объект, третий объект. Совершенно одинаковый образ будет на своем экранчику двигаться. То есть есть возможность вообще в будущем создать свою собственную библиотеку движений, и в дальнейшем, когда вы будете делать ваши баннеры с выезжающимися изображениями с разных сторон вашего баннера с текстом, не делать это все заново, а просто применять какие-то сохраненные шаблоны движений, и тем самым существенно себе упростить сам процесс создания нашей анимации. То есть, как видите, расчет анимации на самом деле достаточно сильно спасает. И это будет, наверное, в дальнейшем ваш основной инструмент, с помощью которого будет заставлять ваши объекты по экрану тем или иным образом двигаться. Как это все воплотить в неком реальном проекте? Есть у меня какой-то готовый шаблон, нарисованный в том же самом иллюстраторе. Все уже разбито по отдельным слоям. Неважно, будете делать такие проекты в иллюстраторе или в фотошопе, вся вот эта целевая структура, которую вы сделаете в этих программах, она совершенно замечательно перетащится в Animate. И если вы будете уже в Animate создавать новый проект, и будет в этот новый проект импортировать подобный файл. Все, что требуется сказать. А вот давай-ка ты иллюстраторский файл будешь открываться. Импортируется в Animate. Сейчас чуть-чуть подумают. Появляется та же самая структура слоевая, где отображаются все ваши объекты. Все, что требуется сказать, нажать на кнопочку импорт. И как все у вас было сделано по слоям в Illustrator или в Photoshop, та же совершенно замечательно по слоям все у вас придет сюда. Ну, только единственное, что в своем файле я еще немножко похимичил, уже наш объект превратил в специальные категории объектов, с которым будет на самом деле намного удобнее работать. И уже можно будет все это анимировать. Можно будет начать с простенькой анимации появления ваших объектов на экране. Сразу можно будет оптом, например, сказать, вы все слои будете двигаться с помощью классической анимации. Двигаться вы будете появляться на экран там, за 10 кадров. Ну и в первом кадре
деревца у меня бегут за пределы экрана влево, песочек убежит вниз, водичка тоже убежит вниз, текст с солнышком убежит вверх, небо убежит вправо, фон убежит влево. Ну и, соответственно, вся вот эта вот машинерия та же будет на самом деле за пределами экрана находиться. Ну и только такая вот анимашка будет получаться, когда наш баннер будет так вот собираться интересным образом. Смотрится чуть скучновато, когда все ваши объекты собираются одновременно, но мы с вами же видели, что можно будет в случае необходимости заставить каждый из объектов начать свою анимацию чуть попозже. Первым у меня вылетает фон, за ним у меня будет вылетать мой песок чуть-чуть попозже, за ним у меня вылетят мои облака, за ним появится мое солнышко, за солнышком появится море. То есть можно уже будет нашу сделанную анимацию просто определять, когда она будет на самом начинаться, сдвигая ее по времени. Появится наш логотип, появятся наши предметы, шляпа, очки, фотоаппарат, сумка. Ну и когда у нас с вами будет уже сделан такой вот разнобой, все чуть поинтереснее будет смотреться, понятно, так по частям будут на самом экранчике появляться. Ну, чуть потормаживать немножко, но это все, естественно, потом все так или иначе исправится. Только деревца у меня почему-то не до конца вылетели. Чуть-чуть поближе я их поставлю. Ну, а уже после этого можно будет добавлять всякие интересные особенности нашим объектам. Ну, например, можно будет заставить, что наши деревца качались. Да, легко. Мое первое дерево. Обычная анимация, которую мы сейчас с вами уже видели, как создается, тот же самый Classic Theme. В первом кадре мое деревце немножко наклонено влево. В 20-м кадре немножко наклонено вправо. В 40-м кадре обратно возвращается в исходное положение. То же самое можно будет сделать с нашим вторым деревом. Также сделать у него правильную анимацию. Также сдвинуть центр, чтобы все правильно вращалось. Наклонено вправо на 20-м кадре или там 25-м кадре. Чуть-чуть наклонено влево и обратно возвращается. Ну и когда наши объекты вылетят на экран, они еще и автоматически будут немножко покачиваться. Ну, чуть быстровато, конечно, покачивается. Ну, пускай будет ветер на острове такой сильный. Точно таким образом могу заставить любые элементы своего баннера двигаться по экрану. Та же самая шляпа, например. Можно будет заставить ее покадрово там немножко подрагивать, например. То есть изначально она с вами стоит какое-то время на месте. Потом, через некоторое время, так, чуть-чуть наклонится, вернется обратно в исходное состояние. Ну и с какой-то разницей по времени все так аккуратненько раскопировать, что у нас там чуточку подрагивало, типа по 10 метров. Но может даже немножко анимация по кадру здесь будет не совсем уместно, лучше что-нибудь такое сделать более плавно, но тем не менее. Или, например, то же самое покачиваем нашего текста, логотипства. Текст лого. Та же самая ситуация. В первом кадре он на самом будет стоять повыше. Там где-нибудь в кадре 35-м опустится ниже. Потом также поднимется вверх. Можно будет добавить также несложную анимацию наподобие замедление, ускорение. Ну и уже, когда мы с вами на все это будем смотреть, какие-то элементы будут у нас с вами шевелиться.
То есть можно будет уже таким вот образом для каждого элемента вашего баннера сделать подобную анимацию, чтобы она немножко нас с вами оживляла наши объекты. Для фотоаппарата можно будет добавить там вспышку какую-нибудь с появляющим таким вариантом звездочки. Для очков можно будет добавить пробегающий солнечный блик, обычное движение. То есть дальше уже все будет определяться только вашей фантазией. Правда, конечно, здесь уже одной анимации мы с вами не обойдемся. Если мы с вами хотим сделать баннер, нам придется добавить какие-то управляющие команды, с помощью которых мы с вами уже заставим наши объекты более правильно двигаться и заставим, самое главное, реагировать наши объекты на щелчок. Хочу, чтобы по щелчку у нас с вами открывалась страничка на самом нужная. Поэтому, даже если вы до этого никогда не сталкивались с программированием, ничего особенно сложного не будет в том, чтобы написать какие-то управляющие команды, с помощью которых можно уже будет нашу анимацию так или иначе останавливать, запускать заново или, например, делать кнопку, которая будет нас с вами переходить по щелчку на какую-то другую страничку в интернете. Нас с вами придется добавить специальный слой, который обычно по традиции называется action, типа слой действий, где как раз на самом команда будет прописываться. Ну и первое, что хочу сделать. Смотрите, все замечательно получается, наша анимация, все вылетает, все начинает двигаться, но мне не нравится то, что моя анимация начинает сначала. Я хочу, чтобы она вот вылетела, мой объект на экран не раз, и в таком вот виде остались. И чтобы дальше уже деревца шевелились, там всякие другие декоративные вещи на самом экранчике происходили. Могу достаточно легко, в случае необходимости, добавлять всякие разные управляющие команды к себе на таймлайн. Хочу, чтобы вот здесь, вот в моем 90-м кадре, анимация дошла до него, тормознулась и больше никогда не шла. Достаточно будет в этом нашем кадре написать команду, которая очень легко у нас с вами будет запоминаться. Сама команда обзывается стоп, типа остановись анимация. Ввиду некоторых требований написания подобных команд, приходится после нашей команды стоп ставить круглые скобочки, что типа так называемая функция, которая работает у нас в JavaScript. Но и также по требованиям синтеза JavaScript нужно еще будет дописать слово this, типа это. Типа вот эту анимацию возьми основи. Так наша команда написана на 90-м кадре, наша анимация дойдет до 90-го кадра, и здесь тормозится. И я уже больше в начало своей анимации не вернусь. Как мои объекты вылетели на экран, так они у нас с вами, соответственно, и останутся. Текст будет крутиться, шляпа будет нервно подрыгивать, лица будут на самом качаться. И в таком вот виде наш баннер уже зафиксируется, останется. Это первое программное действие, которое на самом нужно будет сделать, чтобы наш баннер уже более-менее симпатично двигался и себя вел. Так вот, единственное, что... Почему это у меня текст перестал покачиваться? Да, все правильно, моя ошибка. Все хорошо. Второе, что нужно будет сделать, на сайте нужно будет сделать некий объект, по которому мы с вами щелкнем, и, соответственно, по этому щелчку мы с вами перейдем на другую страничку в интернете. Я также сделал для этого объекта отдельный слой. Этот объект у нас с вами будет представлять собой обычный прямоугольник, нарисованный в размер нашего документа, если мы хотим сделать такую мега-кнопочку. Ну и просто нужно будет объяснить нашему объекту, что ты, объект, будешь являться кнопкой. Могу создать специальный тип объекта, на который будет реагировать у нас с вами наша мышка. Ну, правда, понятно, что такую кнопку оставлять ни в коем случае нельзя, потому что она закрывает собой весь наш документ. Но я могу, естественно, у кнопки, как у обычного объекта, сделать прозрачность. В итоге, кнопка есть. Когда я навожу мышку на мой баннер, уже появляется палец активный, типа уже анимейт на самом видео, что да, эта кнопка по ней может быть щелкнуть. Все, что останется делать, это написать на этой кнопке нужную команду, и наш переход будет срабатывать. Даже если вы никогда не занимались программированием, вам аниме предлагает очень правильные подсказочные скрипты. Есть специальная палитра, называющаяся фрагменты кода, с помощью которого вы можете определенные действия сразу автоматом применять. Чтобы мою кнопку аниме нашел, я должен буду своей кнопке присвоить какое-то имя уникальное, ну типа B, button. Все, что мне требуется, это назвать, найти вот эту вот палитру,
с готовыми шаблонами кода. Она называется у нас с вами код snippets или по-русски фрагменты кода. И появляется такое вот окошко, в котором вы можете выбрать в зависимости от документа, что вы хотите с вашим объектом сделать. Есть скрипты для классического варианта анимации. То, что называется shift-script, когда у вас будет создаваться файл с решением SVF, требующий флешплеер для проигрывания. Старый вариант анимации анимейта. Есть вариант, нам с вами нужный, 5 HTML, есть вариант WebGL. Ну, по большому счету, особых отличий именно в плане выбора команд здесь на самом деле не будет. Даже если вы в дальнейшем будете делать одну и ту же анимацию под разные стандарты. И в Action Script у нас есть с вами папочка, называющаяся Action. И там есть команда, которая называется Click to go to web page. Щелкнули переход на страничку какую-то вебовскую. И в 5 HTML у нас есть с вами папка Action, который тоже нас с вами заставляет по щелчку переходить на страницу. И даже для формата WebGL документа также можно будет найти папку Action, и также можно будет найти ту же самую команду. То есть единственная сложность, которая у вас будет возникать, вам нужно будет просто в этом окне палитры под snippets выбрать тот формат документа, который вы сейчас в настоящее время используете, чтобы применить правильную команду. Мы с вами работаем с 5 HTML, поэтому кнопка у меня выделена, кнопка у меня названа. Достаточно по этой команде click to go web page в этой палитре щелкнуть дважды левой кнопкой мыши. И нас с вами автоматом аниме сам назначает команду, которая заставляет по щелчку переходить на другую страничку в интернете. Ну, единственное, что нужно будет нас с вами поменять, конечно, это адрес, по которому все это будет нас с вами переходить. И все. Ну, только единственное, что если вы работаете именно в формате 5 на HTML, то ссылка локальная через браузер у вас, скорее всего, не будет срабатывать из политики безопасности. Сейчас, скорее всего, по щелчку. А не, все нормально происходит, значит, у нас здесь все уже отключено. То есть баннер сработал, анимация работает, все хорошо. По щелчку по баннеру открывается выбранная страничка, все отлично получается. Анимация, которую мы сами сделали на основе наших объектов, нарисованных в многослойном статусном файле. Кнопка, которую мы сами создали, превратили в кнопку. И, соответственно, наше выражение несложное, которое мы нашли в виде готовой команды, применили, ну, только, соответственно, адрес применяли. И все отлично получается. Где мне теперь все это можно же увидеть, чтобы уже отдать веб-дизайнеру, который все это будет выкладывать нам на сайт нашей компании. Все, что мне требуется сделать для того, чтобы найти нужные выходные файлы, я сохраню свой документ, ну, пускай это будет на рабочем столе, новая папка, назову ее баннер. И сам файл у меня будет называться summary. У нас с вами на рабочем столе появляется папка с нашим проектом. И все, что мне требуется после моего сохранения документа, просмотреть наш документ, увидеть, как на самом деле работает в браузере. Если вы до этого ваш документ сохранили уже и указали папку, где документ сохранен, то после запуска вашей анимации на просмотр у вас автоматически в этой же папочке создается и HTML файл, и JavaScript файл, в котором вся наша машинерия находится. Вот эти оба файла нужно будет отдать веб-дизайнеру, то есть сам по себе код HTML мы с вами таким вот образом будет смотреться. Но здесь, помимо всяких общих вещей, самое главное, конечно, то, что у нас HTML файл подгружает наш JavaScript файл, на котором как раз и будет вся вот эта машинерия храниться. Если, собственно, откроете сам JavaScript файл, то там как раз и будут написаны все наши команды действий, которые заставляют наши объекты двигаться, трансформироваться, перекрашиваться и прочее, прочее. То есть все, что мы с вами сделали в виде ключевых кадров, у нас здесь превращается в некие командные действия, сделанные на основе JavaScript, которые, собственно, заставляют нашу страничку, стандартное средство 5 HTML, все это двигать, трансформировать, вращать, масштабировать, перекрашивать и прочее, прочее. То есть теперь можно уже будет смело наш HTML файл запускать, и он уже будет на с вами проигрываться. Все замечательно получается. И мы с вами получили непосредственно наш баннер, сделанный в формате 5 HTML, который уже можно будет честно внедрять в любой HTML документ, и все будет отлично работать. Ну, правда, если вы все это будете делать не под свои собственные нужды, не под свою собственную страничку, а будете давать в разные баннерные системы, то, конечно, там будут какие-то ограничения, какие-то
правила, которые потребуют вас соблюдать, ну, типа там максимальный размер файла вашего HTML, там 150 килобайт, ну и прочее, прочее. По факту, если в дальнейшем возникнет необходимость создавать наши баннеры под какие-то системы, то можно будет, конечно, посмотреть все требования нужные. Ну, например, есть одна из самых таких интересных платформ для баннерного обмена, называется компания AdFox, которая достаточно долго уже существует и активно работает, активно сотрудничает с разнообразными системами, с тем же самым Яндекс, Директом и прочее, прочее. На этом сайте можно будет посмотреть требования, которые предъявляются для подготовки баннеров под их систему. И, в принципе, можно будет прямо найти требования под Adobe Animate. Не просто ваш шаг за шагом объясняет, что нужно будет сделать для того, чтобы создать ваш баннер под нужные стандарты. Куда что загружать, куда что скачивать. Вам предлагают здесь прямо скачать готовый шаблон документа, который вы в свой документ загружаете, и сразу настраиваете Animate под нужный формат. И прочее, прочее, прочее. Плюс там вам предлагают всякие разные интересные действия сделать, более простые, с кнопками. Например, предлагаю сразу написать код без каких-либо кнопок, который заставит ваш документ быть одной большой кнопкой. То есть вот этот код можно будет здесь на сайте спокойно скопировать, перейти в Animate, там, сделать новый документ в пятом HTML. И если уже в кадр этого документа этот скопированный код я вставляю, то без всяких кнопок у меня весь документ уже служит кнопочкой, то есть щелкаем, какое действие на самом происходит. То есть даже не разбираясь особенно в программировании, можно просто будет посмотреть внимательно вот эти наши коды, поставлять их правильным образом в нужные кадры, и все отлично будет непосредственно работать. То есть можно будет уже готовить не только под себя ваши баннеры, но и под какие-то конкретные платформы, ориентируясь на те требования, которые платформа непосредственно сами предлагает. То есть таким образом Animate на сами предлагает очень интересную возможность выполнять создание подобной анимации. С одной стороны, все нужные рисовательные вещи. Я могу рисовать какие-то объекты в Animate, я могу создавать свои иллюстрации в любой программе графической, включая тот же самый Photoshop Illustrator. Как видите, слоевая система полностью поддерживается. Можно будет сразу подготовить наш нужный баннер, разбив его по слоям, и сразу получить объект, который можно будет дополнительно анимировать. Сама вся анимация у нас с вами создается не очень сложным действием. То есть фактически там несколькими щелчками мышки можно уже будет заставить наши объекты двигаться по экрану соответствующим образом. Ну и плюс замечательная палитра, которая CodeSnippets, позволяет на самом при желании, даже не представляя собой, что такое программирование, зная какие-то основы, какие-то требования к написанию кода, уже управлять и внешними переходами, и внутренними переходами, и делать достаточно забавные анимашки с помощью каких-то готовых вариантов для наших выражений.